Смотрите в пятницу 21 октября в 18:15 программу о животных «Хочу домой» на телеканале «Самара Гиз». Вы увидите видеовизитки о собаках и кошках, которым нужен срочно свой дом и новый любящий владелец. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Сюжет. Одной собаке и двум кошкам очень сильно повезло. Их забрали из приюта. История со счастливым продолжением. И гости в студии. Человек с редкой и очень необычной профессией. Ловец Валерий Майоров и зооволонтер Елена Кузнецова с очень важной темой. Жестокое обращение с животными. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара Гиз» в пятницу 21 октября в 18:15.